Пришло время спортивных событий. Хоккеисты «Дизеля» продолжают отчаянно бороться за попадание в плей-офф. Отставание от 16-й строчки сейчас составляет 8 очков, поэтому шансов почти нет, даже несмотря на победы. Накануне черно-желтые обновили собственный рекорд сезона. Пензенская команда с крупным счетом обыграла клуб из Ростова-на-Дону. Фундамент разгрома заложили Дмитрий Седлеров и Александр Дербенев. Нападающие «Дизеля» забросили по шайбе с разницей в 1,5 минуты, а за 10 секунд до перерыва. В большинстве Александр Дербенев оформил дубль своим голом в раздевалку. Бросок! Попадает шайба сейчас в Баланова, а тут еще есть возможность для броска и шайба в воротах. Во втором периоде пензенцы немного сбавили темп, но без гола со льда не ушли. Отличился Евгений Останков. А в заключительном отрезке зрители вновь увидели множество заброшенных шайб. Дубль оформил Дмитрий Седлеров и дважды забросил Иван Кузьмин. Одна успешная атака удалась и хозяевам площадки. Итог встречи 7-1 в пользу «Дизеля». Следующий матч пензенцы сыграют с хоккейным клубом «Тамбов» 6 февраля.